Ну а теперь о назначениях в мэрии. Глава города Ильхам Акбулатов назвал имя нового заместителя. Кресло руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений занял Андрей Шлома. Напомню, на прошлой неделе глава Красноярска уволил сразу двух чиновников. Заместителя руководителя управления архитектуры Владимира Чепишко и Евгения Кирилюка. Он возглавлял департамент имущества. Одно место долго не пустовало. Вице-мэром стал Андрей Шлома. Известно, что чиновнику 42 года. И стоит отметить, что в послужном списке нового заместителя контрактная служба ФСБ. И это не первый заместитель главы города, ранее работавший в силовых структурах.